друзья, гости нашей программы. Поменьше сегодня. Добрый день, Кристо Прабуки! Да! Все, подарок уже. Дальше. У нас есть два предложения. Первое, давайте немножко компактным. Если можно, с этому не попадает. Второе предложение. Давайте дружим Харе Бог, приветствуем всех, кто пришел сегодня на программу дружный. Харе Бог! Харе Бог! Я сам здесь, как бы можно сказать, в качестве гостя, но мне кажется, кроме меня здесь еще кто-то есть, по первый раз. Да? Как вас зовут? Андрей, давайте еще раз дружим Харе Бог, приветствуем на программу. Харе Бог! Это раз, теперь надо. Потом. Да? Сейчас. Где она, Андрея? Нас в первый раз приходит, получаем вот такую жизнь. Харе Бог! Харе Бог! Глава 15, которая называется «Пуршутама йога» или «Йога высшей личности», текст, который на санскрите звучит примерно так. Сарвася чахам хридиса невишто, матах смертир генам апаханам ча, видаща сарва рахава видео, виданта крив, видабитый вачагам. Переводы комментариев были смеются, а чеба 13 санчила пропадающего, пропада ки, джа. Довольно длинный комментарий, поэтому приготовьтесь, пожалуйста. Присоединитель. Ну, присоединитель, напритесь, пожалуйста, терпение. Микрофон. А? Включи микрофон, если можно, чем больше. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель изучения всех вед – постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток вед. Это слава Кришны, Верховной Личности Бога. Еще раз. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель изучения всех вед – постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток вед. Комментарий. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, и именно Он побуждает каждого к деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делала в прошлом. Вот почему в следующей жизни она начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой. Господь дает ему необходимое для этого знание и память, позволяет забыть прошлую жизнь. Таким образом, Господь является не только вездесущим, Он также сам находится в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как физичному брахману, как на личности Бога и брахману в сердце каждого, но и его цели. Веды дают ему наставления, помогая им правильно построить свою жизнь и вернуться домой к Богу. Веды дают ему знания о верховной личности Бога Кришне, и сам Кришна, воплотившийся в образе Вьясадевы, является составителем Веданта Сутры. Прокомментировав Веданта Сутру в Шримад Бхагаватам, Вьясадева раскрыл ее истинный смысл. Верховный Господь настолько всеобъемлющ, что ради освобождения обусловленных душ Он обеспечивает их пищей и сам же переваривает ее, наблюдая за их деятельностью, дает им знания в форме вед, а также приходит как Верховная Личность Бога, Кришна, чтобы поведать Бхагавадгиту. Все это делает Господа Всеблагим и Всемилостивым, поэтому все обусловленные души должны поклоняться Ему. Антак Правиштах Шаста Генам. Оставляя прежнее тело, живое существо сразу же забывает о прошлом и начинает действовать снова, побуждаемое Верховным Господом. Хотя само живое существо ничего не помнит о своей прошлой жизни, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы оно могло возобновить свою деятельность с того момента, где она была прервана в прошлом. Более того, ведомое Верховным Господом, находящимся в его сердце, живое существо не только наслаждается или страдает в материальном мире, но и получает возможность постичь веды, которые дает сам Господь. Тот, кто действительно стремится овладеть знанием вед,
Того, кто действительно стремится обладать знанием вед, Кришна наделяет необходимым для этого разумом. Почему он дает живым существам ведическое знание? Потому что каждому живому существу нужно постичь Кришну. Это подтверждают сами веды. Йо, сао, сарвайр, видайр, гиете. Все ведические писания, начиная с четырех вед и кончая Веданта-сутрой, Упанишадами и Пуранами, прославляют величие Верховного Господа. Исполняя ведические обряды, обсуждая философию вед и поклоняясь Господу в процессе преданного служения, душа сможет вернуться к Нему. Таким образом, цель вед — постичь Кришну. Веды дают нам указания, следуя которым мы сможем понять Кришну и увидеть путь, ведущий к Нему. Конечной целью является постижение Верховной Личности Бога. Веданта-сутра подтверждает это в следующем афоризме «Тату саман ваят». На пути к совершенству человек проходит три этапа. Изучая веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Занимаясь различными видами духовной практики, он приближается к Господу, и в конце концов он достигает высшей цели Верховной Личности Бога. В этом стихе ясно определены предназначения вед, метод постижения ведического знания и конечная цель вед. Конец комментария. Еще раз стих. «Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель изучения всех вед — постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток вед». Омагинати мирандасья, гьянанджана шалакая, чакшур миритам яната, сма шри гурава намаха, шри чайтанья манобиштам, стапитам яна бутале, своям рупах адамахьям дадати свападантикам, ванча калпата рубеща, крипа синубя и вача, патита нам паваны бьё, вайшнавиду намон маха, джай шри Кришна чайтанья, брабу нитянанда, шри адвайта гададхар, шри гора бхакта вринда, Кришна, 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 Кришна. Итак, здесь много интересных разных тем, и все мы их, конечно, не охватим, но что сможем, то, что успеем, то сможем. Вот. Ну, начиная с того, что Кришна говорит здесь о ведах, и мы уже знаем с вами, что такое веды. Ну, например, на планете Земля существует много разных священных писаний в разных религиозных традициях. В исламе это Коран, в христианстве это Библия, в исламе, в иудаизме это Каббала, Тора и так далее. У последователей ведической традиции это веды, сами веды. И веды, они, ну, как говорят сами веды, они не для определенной категории людей, не только для последователей ведической культуры, не для всех, потому что законы вед, они являются универсальными законами, как, например, законы кармы, которые, как бы, источником которых являются веды. Это только веды являются, ну, как бы, имеют авторское право на такие понятия, как йога, на такую практику, как йога. Это пришло из вед. Например, интересный момент, мы знаем, кроме ведантистов или последователей ведической культуры, кто еще практикует йогу, это буддисты, например, да? У них тоже там практика йоги, медитация. Но у меня, например, вопрос к Господу Будде или к последователям буддизма. Вот, например, Господь Будда, он отверг авторитет вед. И в то же самое время он практиковал йогу, медитацию. Но если он отверг авторитет вед, то откуда он взял йогу? Откуда йога пришла? Это ж он ее не изобрел, она была до него. Ну, такое какое-то противоречие. И снова мы возвращаемся к ведам. Вот веды, у них авторское право на такие понятия, как йога, аюрведа, это же самое, потом законы кармы и реинкарнации. Это все началось из вед. И как говорят сами по себе веды, они, ну, появились с самим, как только появилась Вселенная, сразу же появились веды. Это как подобно тому, как на производстве выпускают какую-то вещь, какой-то девайс, какой-то механизм, который мы можем пользоваться, который мы можем извлечь какую-то пользу для себя практическую, и к нему идет user manual. Это практическое руководство, как правильно пользоваться этим предметом, как правильно пользоваться этой вещью, вообще для чего она предназначена, как она устроена и как ей правильно пользоваться. Ну, чтобы ничего не испортить, как минимум, и как от этого извлечь благо. И подобно этому веды, это инструкция, они рассказывают обо всем, что есть в этой Вселенной.
И, ну, поскольку эта Вселенная, она очень даже большая, ученые до сих пор не определили размер этой Вселенной, границы этой Вселенной. Веды определили уже давно. Как только Вселенная появилась, уже были определены границы Вселенной. Поскольку Вселенная большая, Веды тоже очень большие. Ну, мы знаем, изначально эти Веды, они, поскольку, как описывают сами Веды, сама история и современные, ну, как бы факты, они не современные факты, факты на планете Земля, они это подтверждают, что предыдущие цивилизации, они были более высокоразвитые, чем мы с вами. Те же пирамиды Хеопса там. И кроме них, очень много таких исторических памятников, которые им миллионы лет, и очевидно, что современному человеку со всеми его достижениями и научными открытиями, и технологиями этого такое сделать невозможно. Это выше человеческих способностей, намного выше человечеству еще долго-долго грести, чтобы к такому приблизиться. Вот и люди были намного более развиты, намного более мудрые, так скажем, процессор у них был помощнее тогда. Вот, и поэтому они понимали, им не нужно было так все разжевывать, как нам с вами. Тут стих на Бхагавад-гиту, к нему продолжительный такой обширный комментарий. Люди понимали с полуслова, они только слышали, ну тогда веды сами составлены в форме сутр, это таких сжатых философских изложений. Там 2-3 слова, но за этими 2-3 словами стоит много всего, там много всего. Это можно расшифровывать, расшифровывать. Ну, в принципе, чем Вьясадева позже уже и занялся, всего лишь каких-то 5000 лет назад. Он, в конце концов, записал Веды, и после Вьясадевы там его ученики, 6 различных философских систем, они продолжали расшифровывать эти Веды. Вьясадева расшифровал то, что там шло устно, все это изложил на бумаге. После него еще больше расшифровывали, после последователей учеников его учеников еще больше расшифровывали. И до нас это дошло, не дошло, а в очень огромном объеме. Мы знаем, что как Веды сами по себе — это знание, которое делает человека свободным. Это знание, которое делает человека свободным. Свободным в том плане, они делают его свободным мыслящим, независимым. А это как бы культура, которая должна воспитывать брахманов, в высшей степени интеллектуальных, разумных людей. И это люди, которыми манипулировать невозможно. Их обмануть не получится. А их с них, ну, как это сказать, как это в этом замечательном советском фильме «Приключения Буратино», там на дурака не нужен нож, ему что-то ба-ба-ба напоешь и делай с ним что хочешь. Дураками легче управлять. Вот, и это то, что как бы сейчас происходит. Но человек, у которого есть знание, ну, в частности, ведическое, духовное знание, он на это все уже, как сказать, не клюнет. С ним так уже не получится. Им манипулировать обманом не выйдет. Это свободные люди, которые сейчас не многим нужны, так скажем. Они такие не нужны. Вот, но поэтому ведическое знание, вот, еще, как это сказать, несколько столетий назад это был очень огромный объем. Причем тоже записано на санскрите, который нужно было расшифровывать. И вот эти ведические библиотеки, которые в Индии хранились в древних храмах, они занимали огромное пространство. Это были огромные библиотеки. Это если взять всю эту комнату и наполнить ее полностью книгами, и это будет еще не все, что было в Ведах. Это было много, очень много. И сначала это Аурангзеб, этот мусульманский могол, император, пришел для того, чтобы уничтожать ведическую культуру. Он грабил храмы, он скрывал эти библиотеки и предавал их огню. Потом позже появились англичане, британцы, они занимались тем же самым. Они искали библиотеки, они их уничтожали, они одурачивали индусов, они устраивали эту образовательную систему, только через которую человек мог как-то прорваться в жизни. Они его мотивировали, там, как бы, что вот так ты сможешь стать цивилизованным, вот так ты сможешь выйти в западный мир, там, получить западное образование, сделать себе карьеру, как бы жить цивилизованным образом. И через всю эту образовательную систему они уничтожали веру в ведическую культуру, в них самих. Это и продолжается до сих пор. Много разных историй, как это все происходит. Вот. После англичан... Что-то еще? После англичан что-то еще было, не помню что. В конце концов пришел интернет. Вот. И несмотря на все, несмотря на то, что Веды уничтожали много-много-много, и даже из того, что до сих пор сейчас осталось на планете Земля, это очень много.
даже из того всего, вот мы, например, как посадили вайшнавов, это более такое узкое направление в ведах, мы так скажем. Вот и мы изучаем в большинстве своем исключительно вайшнавскую литературу. Даже из того, что мы изучаем, собрать вместе, это уже немало, это много. Вот. Из того, что не изучаем, там еще больше. Это много веды. И ну, вершина всех вед, о чем говорим, что веды, они описывают все, что есть в этом мире. Много всего интересного там. Суть этого всего — это духовное знание. Как описывает здесь Кришна Бхагавадгите, что суть всех этих многих-многих знаний в конечном счете прийти к вот этому знанию, к описанию духовной реальности. Кто или что или кто является источником этого всего? Это самый главный вопрос. Вот здесь все такое интересное, все такое классное в этом мире, все такое хорошее, как иногда кажется, что в этом мире все не так уж и плохо, да? Столько всяких таких интересных вещей и в самом мире. Вот если мы присмотримся, как там в природе все происходит, это очаровательно, это прекрасно, природа, она уникальна. Вот, ну ладно, дальше там сейчас научные достижения, это все возможности материальной природы тоже. Кришна объясняет Бхагавадгите, такой вопрос, почему материальная природа такая могущественная, почему она открывает перед нами столько возможностей, там этот экстремальный спорт, разные эти научные достижения, эти электроника, девайсы, интернет, там много всего, мы там что-то знаем, чем-то пользуемся, но то, чего мы не знаем, чем мы еще не пользуемся, там этого еще больше, много интересного всего, или эти экстремальные виды спорта, как бы там человеческие возможности, они не маленькие, много всего. Это все возможности материальной природы. И возникает вопрос, вот это да, почему она такая могущественная материальная природа? Кришна объясняет Бхагавадгите, потому что он является ее источником, это его природа. Кришна, он сам такой, он абсолютная мощь, абсолютное могущество. Эта материальная природа, она исходит из него, она обладает этой божественной могущественной энергией. Она могущественна, ну почти так же, как и сам Абсолют, ее источник. Огромные возможности она включает. Вот. И это все для того, чтобы мы в конечном счете начинали задумываться. Вот эта природа, она такая классная, столько всего здесь, столько всего. А почему она такая? Кто является источником? Кто ее такой сделал? Кто меня таким сделал? Вот к этому должно подвести. Кто же этот оператор, да, кто же этот дирижер, кто же этот дизайнер, который вот это все сделал. И это суть вот этих вед, это духовное ведическое знание, духовное знание, знание об абсолютной истине. И в частности, сама Бхагавадгита, она является, ну как бы, сливками этого уже, ну как бы, сущностью вот этих всех вед. Она начинает нам, открывает перед нами двери в духовную реальность, мы так скажем. Она является началом соприкосновения с духовной реальностью. Вот она нам описывает, что ну, такое революционное делает утверждение, что Бог есть. Бог есть. У этого всего прекрасного есть Бог. Как мы вчера обсуждали на встрече в центре города, что мы видим много разных законов в этом мире существует. Ученые все время открывают новые законы. Вот сегодня мне один пробу там рассказал что-то об ученых, там они открыли одно интересное явление. Ладно, не будем в это погружаться. Много там интересного, чего они сейчас открывают. Это квантовая физика, квантовая механика. Это все на грани мистики. Уже на грани мистики. Они уже к этому добрались. И это вопрос здравого рассудка, что это не могло появиться просто из большого взрыва. Это безумная идея. Это нонсенс, как это сказать. Это глупость самая настоящая. Что это все появилось само по себе из какого-то взрыва, из пустоты, из ничего. Это невозможно. Ну, многие мыслители, они как бы уже давно были с этим согласны, там, кто Тора, по-моему, утверждал, что сказать, что это огромное мироздание возникло в результате большого взрыва, это то же самое, что сказать, что большая английская энциклопедия появилась в результате взрыва типографии. Типа, типография взорвалась, эти буковки там, на которых печатают, которыми печатают, разлетелись в разные стороны, потом они упали, сложились, и получилась там энциклопедия. Это бред полный. Невозможно такое. Это вопрос здравого рассудка, что это творение, оно слишком прекрасно и слишком сложно для того, чтобы появиться само по себе. Вот в результате взрыва опыт наш реальный человеческий показывает, что в результате чего-то такого беспорядочного, взрыв, например, беспорядочно, что все разлетелось,
порядок не возникает. В результате чего-то беспорядочного возникает только беспорядок. Но здесь это порядок, это абсолютная гармония, это в этом мире все совершенство. Если мы посмотрим в природу, как там все устроено, то там все действует в абсолютной гармонии, там нету ничего лишнего, и добавлять туда ничего не нужно. Ну да, сейчас там какие-то виды жизни исчезают с планеты Земля, но ученые, они бьют тревогу, вот этот вид исчез, и это бесследно не пройдет, это исчезает, и за этим сразу такая цепочка разворачивается. Необратимых последствий, которые приведут к кризису какому-то, который нужно будет как-то переживать. Есть такие формы жизни, которые исчезают, они такие довольно... Исчезает в основном потому, что пользуется спросом среди людей. Да, разные там тигры, там люди убивают их, шкуры там себе на стены вешают, ну или что-то такое. Но с ними это понятно, они влиятельные личности, да, мы их видим, они какую-то ценность себе представляют. Но даже какие-то мошки, букашки, вот какая-то букашка исчезает, и уже начинается дисбаланс. Интересна эта тема, не будем тоже в нее сильно погружаться, но там царит абсолютная гармония. И если мы дальше на это все посмотрим, то мы увидим, что из всех этих обитателей планеты Земля только человек является источником проблем всего. Человек — это единственная проблема, которая говорит, что все это произошло из пустоты или в результате большого взрыва. Он сам и создает все проблемы. И это естественный результат отсутствия Бога в жизни людей, отсутствия сознания людей, духовного знания. Когда объясняет Шрила Прабхупада, что есть две основные такие концепции в сознании людей. Это богоцентрическая концепция и эгоцентрическая. Вот как только богоцентрическая концепция удаляется из нашего сознания, естественным образом срабатывает эта эгоцентрическая концепция. И вот эта эгоцентрическая концепция — это то, что я — центр Вселенной, я наслаждающийся этого всего. Эта Вселенная предназначена для моего удовлетворения. Богоцентрическая концепция означает, что я не центр Вселенной, я часть Вселенной. Ну, дальше мы еще поймем, что не самая лучшая его часть, и это нас вдохновляет на то, чтобы на стремление к какому-то совершенству. Вот, я часть Вселенной. И, соответственно, из вот этого происходит все хорошее, и из того, из эгоизма происходит все плохое. И как это в нашей жизни проявляется? Вот, очень просто. Если мы убираем просто абсолютную истину, да, такое понятие даже абсолютная истина, то сразу все вещи становятся очень даже относительными. Потому что этот мир относительности. Здесь все относительно. Относительно чего-то. Что-то хорошее, но есть еще лучшее. Что-то плохое, есть еще хуже. Что-то там большое, но есть еще что-то большее. Относительно все. Все относительно. И вот если убирается абсолютная истина, то вот это... Из-за этой относительности начинается полный хаос. Это означает, что, мы с вами практически не существуем. Вот, нам можно навязать любую безумную идею, как бы она ни была. С нами можно сделать все, что хочешь. Если мы просто кучка химических элементов, то какая проблема в том, если эта кучка химических элементов преобразуется немножко в другую форму, да, трансформируется в другую кучку, да. Это была одна кучка, она стала другая кучка. Что здесь такого? Ничего. То есть сразу все законы, какие-то принципы нравственности, морали, какие-то там какого-то этикета, человеческих отношений, они перестают существовать. Их нету просто. Это означает, что они высосаны из пальца, они несуществующие. И сразу же оказывается, что мы с вами переходим в категорию не лучше, чем бесправные какие-то безмозглые животные. Сразу же. С нами можно делать все, что хотеть. И кто-то этим пользуется. Вот, и все по-другому с богоцентрической концепцией. Сразу у нас есть духовное знание. Это означает, что я сразу же начинаю понимать свое место в этом мире, свою роль в этом мире. И мне уже там какую-то постороннюю идею ты мне не расскажешь, ты мне не навяжешь там ничего. Я знаю, кто я, что я, что я должен делать и как я должен делать. У меня есть знание уже. И если... мне кто-то будет навязывать какую-то идею, у меня уже есть с чем сравнить. Если это подходит, мы принимаем. Не подходит — до свидания. Вот, и... Кришна объявляет Бхагавадгите. Бог есть — это Он сам. Вот, и... здесь же Бхагавадгите, в целом в ведической литературе описывается, что это не просто Бог, мы не особо пользуемся этим термином «Бог», потому что
понятие «Бог», оно несколько несовершенно. Ну, когда мы говорим о Боге, то в основном у нас в сознании возникает такой образ контролера. Но мы говорим об абсолютной истине. И вот понятие абсолютной истины — это уже намного более шире. И в конечном счете это доходит до того, что у нас с ним есть свои индивидуальные личностные отношения, и не просто они у нас есть, у нас есть эти отношения с ним, а знание в том, что мы предназначены для этих отношений. Мы как бы созданы для того, для вот этих отношений с Абсолютом. И эти отношения абсолютны. Вот и веды описывают. Абсолютная истина проявляется в трех аспектах. Это Брахман, Параматма и Бхагаван. Ну, Брахман, как описывают веды, Кришна сам по себе, он является Анандамая Бхагасад, как описывает Веданта Сутра. Он является, ну, как бы воплощением всего блаженства. И вот мы вчера на Бхакта-программе тоже там обсуждали интересный этот момент, описание личности Бога, да, когда вот есть Он, и Он является, ну, абсолютное совершенство во всех отношениях. Это абсолютная красота, это абсолютная мудрость, это абсолютное знание, это абсолютное богатство, это абсолютная сила, это все абсолютное. Все абсолютные качества в абсолютной степени собрались в этой абсолютной личности. И это все делает эту абсолютную личность абсолютно привлекательной. И, ну, Он не просто вот такой сильный, богатый, знающий, какой еще, свободный, такой отреченный, да, свободный. Это, ну, так еще, очень интересная личность. Он, кроме того, он еще абсолютно творческий, он, кроме того, абсолютно веселый, он, кроме того, абсолютно дружелюбный, он, кроме того, ну, мы скажем так, личностный. Вот и как он, желая, ну, поскольку он сам является абсолютной личностью, естественным образом ему хочется каких-то отношений. Это природа личности. И вот для того, чтобы обмениваться вот этими отношениями, этой любовью, в конце концов, он начинает создавать на всех. И подобно тому, как, ну, у нормального человека, вот насколько у него любви в сердце, настолько его широко его окружение, да? Вот, если у человека много любви в сердце, значит, у него много друзей, много детей, у него много всего. Много всех вокруг него. И всем рядом с ним хорошо. Они чувствуют себя хорошо с ним. У него много любви. Он и такой. А у Кришны, у Бога, у него любовь абсолютная. И она настолько большая, настолько могущественная, его сердце настолько велико, что ее хватает на все вот эти живые существа, не только нас с вами, там 7 миллиардов каких-то жалких человек на планете Земля, но все живые существа в своей изначальной духовной природе имеют отношение с ним в духовной реальности. Это, ну, получается, огромные цифры, колоссальные цифры, это бешеные цифры, которые, ну, сосчитать невозможно для нас. И вот эта любовь, такая безграничная, абсолютная, всепривлекающая, она принимает облик, она принимает форму личности, поскольку он сам личность, все, что исходит из него, имеет личностную природу. И вот эта его любовь, она принимает тоже образ личности, это Шримати Радхарани, мы знаем. И вот эта природа любви, это, на самом деле, мы вчера обсуждали, это природа любви. Что такое любовь? Это, ну, есть там философское определение, что любовь. Некоторые люди думают, это чувства, там, эмоции, разное такое. Вот как мы это понимаем, любовь. Это когда есть кто-то, и у него много всего разных плохих качеств, много всего нехорошего, и среди этого всего хлама у него есть какое-то одно маленькое хорошее качество, одно какое-то положительное, какая-то добродетель у него есть. И любовь, она такова, она имеет такую природу, что мы, когда смотрим на вот такого, на вот этот весь хлам, и там маленькая искорка чего-то хорошего, и мы видим эту искорку, и мы восхищаемся ей, мы смотрим на этот хлам, и мы думаем, «Боже мой, какой прекрасный человек! Вот это да! Вот это какая замечательная личность! У него есть такое хорошее качество!» Это любовь. Видеть прекрасное во всем. Это природа любви. И не просто видеть прекрасное, а в высшей степени восхищаться этим прекрасным. Вот. И вот эта олицетворенная любовь, которая принимает образ Шримати Радхарани, вечная спутница, вечная супруга Кришны в духовном мире, она как бы смотрит по сторонам, она восхищается всем, и вдруг она начинает, ее взгляд падает на Кришну.
И вот когда она видит Кришну, который является, ну не просто там, вот мы здесь, ну я, это хлам и там что-то маленькое хорошее, а Кришна, у него там никакого хлама, это абсолютно хорошее, это, он абсолютно хороший. И она начинает видеть его, то когда она видит это абсолютно прекрасное существо, то ее любовь вырастает и геометрическая прогрессия. И когда Кришна видит, что эта любовь к нему, она вот такая, она растет все время, то его, естественно, красота, она тоже начинает расти. Ну это... У нас есть практические примеры, что когда нас кто-то любит, то этот человек своей любовью, он способен пробуждать, усиливать в нас самые, как бы, лучшие, самые сильные стороны, да? Как мы знаем в нашей практической жизни, что, например, когда вот есть мужчина и женщина, если она, ну, как бы, соблюдает дхарму, если она себя правильно ведет с мужчиной, то, чичи говорит, это окей, джай, то она способна из мужчины, даже, скажем, как бы, не очень, она способна героя из него сделать, настоящего, богатыря, понимаете, что он там большие подвиги будет совершать. Мужчина под влиянием женщины может совершать такие вещи, такие поступки, о которых даже не догадывается, понимаете? Это природа любви. Вот. И качества Кришны, они начинают еще больше, его красота, его привлекательность, она начинает еще больше расти. И так Шримати Радхарани смотрит на красоту Кришны, которая еще больше растет. Ее любовь еще больше растет, она растет. И Кришна смотрит, как эта любовь еще расширяется, и его качество еще больше расширяется. И так это происходит такое, как бы, духовное соревнование в духовном мире. Эта любовь, она усиливается, углубляется. Это блаженство, счастье, оно увеличивается. И вот это первый аспект абсолютной истины, это Брахман, это, как объясняют веды, энергия, сияние тела Кришны. Это, как объясняют наши ачарьи вайшнавы, это сияние счастья. Вот Кришна. Это энергия. Брахман? Да, мы скажем так, это энергия. Ну есть такие теории, не только среди вайшнавов. Я как-то встречал таких людей, которые даже Библию комментируют таким образом, как бы имперсонально, что Бог — это энергия, это такое сияние, просто сияние, это энергия, это свет. Есть такие последователи Библии, люди, которые это комментируют, они, как сказать, вот на этом концентрируются, что это все энергия, это свет, мы все одно, мы все одно, мы все из этого света, и потом свет выходим, уходим, там, растворяемся в этом свете. Это первый аспект познания абсолютной истины. Вот эта энергия, сияние тела Кришны. Сияние тела Кришны. И из этого сияния возникают все эти вселенные, там все миры, духовные, материальные тоже. Как бы в этом сиянии все плавает. И но это всего лишь первый аспект познания абсолютной истины. Это всего лишь сияние тела Кришны. Это как бы радость, счастье, любовь, которая из него, ну как бы, которой он сияет. Вот это, ну как это практически применить в жизни. У нас тоже есть такие примеры, что человек, который находится в счастливом состоянии, да, он сияет, мы говорим про него, он сияет. Человек засиял от счастья. Засиял от счастья. Когда человек в депрессии, он помрачнел, да, мы про него говорим. Это естественно. Кришна тоже, это счастье, такое блаженство абсолютное, излучает вот эту энергию счастья. И вот есть категории таких ищущих людей, которые вот они дошли до такого, что вот это счастье, вот эта энергия, сияние. Вот они на нем концентрируются. Здесь в этом стихе Кришна описывает свое проявление немножко в другой ипостаси, это параматма. Это его аспект, посредством которого он входит во все атомы этого материального творения и в сердце каждого живого существа. Это тоже интересный момент, довольно-таки практичный момент, как описывается, Кришна в образе параматмы направляет скитание всех живых существ. Это благодаря вот этой сверхдуше, которая находится в каждом атоме, все элементы получают свои свойства. Вот химические элементы получают химические свойства, физические элементы получают физические свойства. Это все законы физики, химии, там, все эти законы. Это параматма, это она эти все законы создает, она их контролирует, она их приводит в действие. Это она это все делает. Она наделяет атомы их энергией, она наделяет свет светом. Это она все делает. Более того, это как такой верховный диспетчер, который контролирует вот это движение всех этих частиц и движение всех живых существ.
как это в природе проявляется. Вот, ну, допустим, у нас есть, человек запустил воздух, Боинги, да, самолеты, и там периодически они сталкиваются между собой. Я, например, сам родом из Днепродзержинска, и вычитал, когда в каком 70-каком-то году погибла целая футбольная команда, Пахтахор, по-моему, Пахтахор. А, как я слышал историю, там один из них остался живых, потому что он заболел, его не взяли с собой. А, погибла вся футбольная команда недалеко от Днепродзержинска. Как там произошло, это был диспетчер, и у него был помощник, ну диспетчер с опытом, помощник новичок. И диспетчер совершил ошибку, передал все полномочия там на какое-то время этому новичку, которого оставлять одного было нельзя, это уже была ошибка. Этот новичок еще не совершенствовал в то время аппаратуры и все это. Рации всего. Он два самолета поставил на одну высоту, и они... Огромное небо, огромное пространство, два каких-то жалких самолета встречаются прям один в один. Но они уже пролетали мимо один другого, и один другой зацепил крылом хвост. Немножко там оставалось, это какие-то метры там, секунда бы уже не разошлись. Но у нас была так роковая секунда, когда они раз там встретились, и два самолета, там огромное количество людей погибло, и в том числе футбольная команда. Вот. Но у Кришны такого не происходит. Это не то, что какое-то огромное пространство, и какие-то там жалкие самолетики там в этом пространстве летают. Но мы же не увидим так, что самолеты просто впечатлят наше небо. Такого нету. Но мы видим, когда вечером включаем лампочку, сколько там мошек собирается вокруг этой лампочки. Видели, как они летают, эти мошки? Они же не летают, как самолеты, прямо. Вот такие. Они летают там вот так вот, хаотично, беспорядочно. Мы не видим, чтобы среди них там потасовки были. Слышь, ты что, у меня дорогу перелетел там. Разборок у них нету. Регулировщики светофоры там не стоят. Они летают хаотично вообще. Они между собой не врезаются. Они не пересекаются между собой. Кто их там контролирует? Ну как так возможно? Какие приборы у них там стоят, что они вот это ну, когда они летают там на больших скоростях, там хорошие скоростями, то такие, вот такая мелочь, она вот так вот летает. С какой скоростью мошка летает? Кто измерил? Не знаю. Это большие скорости для их размеров. Вот. И у них там порядок. Потом я помню, когда я служил в рядах вооруженных сил Украины, уже как раз только появилась украинская армия, а я в то время только стал преданным, и там прошло полгода буквально, меня в армию забрали. Я там все полтора года на хлебе и чае просидел, похудел, был худой, как вот эта стойка, и меня вся команда меня уважала. Со мной генералы с такими погонами, которые солдаты, они вообще не замечают, это муравьи, солдаты, муравьи или генерал. Со мной здравия желаю, товарищ солдат. А, ну, там интересный опыт был в армии. Вот и у меня был прапорщик. И он был христианином, и он как периодически на меня там наезжал. Ну так, он добродушный человек. Но он мне все время что-то там про Библию рассказывал. Там, Женя, ты не на тот путь стал, ты не туда идешь. Ну ладно, ладно. Он видел мой аскетизм, что для солдат, особенно молодых солдат, сидеть на хлебе и чае, это было из области фантастики. Это когда, я не знаю, как, например, в женском теле это происходит, в мужском теле, когда какая-то такая аскетичная вот эта перемена, вот эта душа, она вылетает. И я видел там солдаты, они жрали почти что ведро за раз. Я видел, я реально это наблюдал. Я думал такой, боже мой, ведро, как? Можно? Можно, оказывается? Не знаем пределы своих возможностей. Солдаты их расширяют. Пожирали просто. Просто так раз и улетело. Это в армии. Это когда там все такое суровое, тебя все угнетает, и там какая-то радость, вот эта еда, это единственная радость, там, солдаты, они как-то компенсировали это все. А проблема в атадоше, это такое, обжорство, жор. А, вот, и тут один такой, чокнутый, ненормальный вообще, там все едят, а он такой пораздавал, сидит такой, чай с хлебом, чай с хлебом, полтора года. А, этот прапорщик. Он меня уважал за мой выбор. Вот. И однажды он мне принес книжку такую, христианскую. И там была интересная книжка такая, там были рассказы о том, как Бог в природе проявляется. Там один из рассказов мне так откликнулся. Назывался «Кто научил пчелу». Я рассказывал уже эту историю, не? Я рассказывал. «Кто научил пчелу». И там такое интересное описание, что как у пчел там все устроено. Мы знаем, это сложный механизм там, у пчел, сложная система, там иерархия есть, свои роли, там начальники, подчиненные, там есть вентиляторы, есть разведчики, есть диспетчеры, есть там труженики, есть там те, все. Это сложная структура, там иерархия, как улей работает пчелиный. Более того, как они складывают эти соты сами из воска, да, из воска они складывают. Это восьмиугольник.
шестиугольник, там, я вычитал, согласно закону геометрии, это самая универсальная форма, ну, как там заполнить вот это пространство. А? Что? Это идеальная форма. Идеальная форма, да. Идеальная форма. Вот и пчелы, они начинают строить эти соты с разных углов, с разных сторон. И понимаете, как это так? У нас тут компьютеры, разные там приборы эти все, да? А у них же этого нету. С разных сторон рамки вот этой, они начинают строить соты, и они сходятся посередине идеально. Там микрона в микрону, там идеально все. Я помню, когда там мост у нас строили в Днепродзержинске, там огромный мост такой через Днепр. И там такие, там так все переживали, чтобы он там с двух сторон его строить, чтобы он там встретился. Какой-то жалкий мост, который он так, ты прицелился, ну вот, вот здесь начало, и там должен быть конец. А это соты, которые шестиугольник, и посередине встречаются пчелы. А, людям до них далеко, до пчел. Ну ладно, это еще только начало. И вот у них там начинаются разведчики. А, они с утра, высот солнца, в общем, они вылетают из улья и разлетаются в разных направлениях. Каждый в своем, там, когда они договариваются, кто куда полетит. Говорится, что пчела, она может на несколько километров от улья улетать, довольно далеко. Вот она летит, и она ищет там где-то. Где этот нектар, цветы. Оба, находит это там. Находит, возвращается обратно в улей, передает информацию диспетчеру. Как она передает информацию? Это там сидят такие диспетчеры в офисе, в кабинете. Сидят такие и ждут, когда разведка прилетит. Вот он, они становятся под определенным углом от солнца и улья. Становятся под определенным углом и начинают, ну, как бы исполнять свой танец. Это вот такое движение, ну как знак бесконечности, да? Вот такое движение. С определенной частотой. И вот эти диспетчеры, они вычисляют угол от солнца и частота вот этого движения. Человеку, чтобы понять, вычислить, о чем они там говорят, нужно пропустить вот это все, вот эти цифры, частоту и угол, через сложную математическую формулу, которая двухуровневая. И здесь сложение, умножение, деление, вычитание, потом там корни, квадраты, тангенсы, и там все остальное присутствует. Понимаете? Это человеку нужно вот так вот это все обработать и на выходе получить число, которое им расскажет, где, на каком расстоянии там чуть ли не сколько чего находится. Понимаете? Это пчела. Высшего образования не получала. Это всего лишь пчелы какие-то. Вот. Потом есть интересное видео, как муравьи там есть. Ну, это не наши, не совсем обычные муравьи, это где-то там больше в тропиках. Они такие большие. Огромные муравьи, как они строят свои муравейники. Ну, знаете, есть видео на YouTube. Ребята-исследователи берут, подраскапывают муравейник и заливают его бетоном. Жидким бетоном заливают. И там ждут день, когда оно все застывает, и потом начинают это раскапывать. Это такая огромная структура получается, на многие метры в разные стороны, в глубину, в ширину, там, во все стороны, со сложными такими коммуникациями. Там продумана система вентиляции, там продумана... Ну, коммуникация, как, допустим, вот если я зашел в этот коридор, а мне нужно потом оказаться, мне нужно перейти в другой. Мне, чтобы обратно не возвращаться, там коммуникация, в общем. Там все продумано, сложно. Какие-то тупые муравьи, там, сколько у них мозгов в голове. Они там есть вообще? Голова у них есть вообще? Ну, есть там какая-то. Как они знают? А вот это все, это параматма, это она делает все. Это она их там ведет, рассказывает, что кому как нужно делать, у кого какие роли, кто что как делает, кто что делает и как это делает. Это все параматма, это ее проявление. Ну, в нашей с вами жизни она тоже ведет, она тоже нас ведет. Согласно нашей карме, приходит карма, вот и в нашей жизни это как происходит. Не всегда, но так, как нам хочется. Не всегда так, как нам хочется. Мы планируем что-то одно, получается по-другому. Или распространенное явление, когда одна и та же ситуация, она повторяется. Ты поехал туда, раз там та же самая ситуация повторилась, думаешь, надо что-то менять. Приехал в другое место, и там та же самая ситуация, раз и повторилась. И ты куда не поедешь, она все за тобой. Это твоя карма. От себя не уйдешь. Вот ты где-то есть, это всегда будет с тобой. Кришна, параматма в сердце. Вот. Это она исполняет желания наши с вами. Это она, ну как здесь говорится в этом стихе, дает нам память, знание, забвение. Тоже вчера мы обсуждали на каких-то программах, когда память, знание, забвение. Распространенное явление, когда
хочешь вспомнить имя какого-то человека, либо какого-то артиста. И такой напрягаешься. Как же его зовут? Забыл, вылетел из головы. Проходит там неделя-две, вспомнил, такой выстрел. Ну откуда? Откуда эта память пришла, что я вспомнил, как того человека зовут? Какие-то механизмы там необъяснимые действуют в нашем сознании. Параматма. Она согласно нашей карме и нашим желаниям направляет нашу жизнь. Но также это все процессы в теле. А в нашем теле, во Вселенной, в нашем теле все процессы. Вот мы знаем, что мы живем в этом теле, но мы думаем, что я есть это тело. Но понаблюдаем и поймем, что это какая-то отдельная совершенно структура, которая живет своей жизнью. Вот я живу своей жизнью, а это тело живет немножко своей жизнью. Ну как-то мы между собой сотрудничаем, договариваемся. Например, как описывает аюрведа, не только аюрведа, там китайцы тоже описывают, древняя китайская медицина, что ночью, когда человек, по идее, должен спать, вот если человек спит в определенные часы, в теле включаются различные процессы очищения. Такой промежуток времени там печень очищается, такой промежуток времени легкие очищаются, такой промежуток времени там лимфа очищается, что-то еще очищается, как бы очистительные процессы запускаются. При условии, что человек спит, кто запускает эти процессы? Я вот, например, пока это не прочитал, не узнал это из аюрведы, я даже не знал об этих процессах. Кто там кнопки нажимает, кто запускает эти процессы? Пищеварение я контролирую, вообще не контролирую. Я понимаю, что никакого представления не имею о том, как мое пищеварение работает. Настолько сложный процесс. Там, когда я был у меня опыт, я 2,5 года сыроедил, я понял, что это так сложно. Это питание, диета, там, это такая сложная наука. Это фантастика просто. Ну хорошо, вот мы закидываем эту пищу, и что-то с ней происходит, и потом как-то я себя чувствую либо так. Вот. Распространенное явление, когда в школе там или на уроке сидишь, вроде бы все хорошо, там тишина в классе, либо там в зале тишина, и вдруг в животе что-то зажурчало, да? В животе что-то зажурчало. Я сразу попадаю в неловкую ситуацию. Я мог это контролировать? Не мог вообще. Я даже не знаю. Там что-то за меня сработало такое, что там журчит. Вот, понимаем, это тело живет какой-то своей жизнью, я с ним как-то взаимодействую, сотрудничаю. Кто? Множество разных процессов, там кроме пищеварения, тысячи разных процессов здесь происходит, вот здесь. Это параматма, она контролирует все процессы. Она это все делает. Вот, ну и в конечном счете, это второй аспект познания абсолютной истины, и высший аспект — это Бхагаван, то есть сам изначальная личность Бога, Кришна, о которой мы говорили, о которой мы уже поговорили. Так. Ну, пожалуй, на этом остановлюсь. Время уже подошло. Нужно подвести какой-то итог этому всему, о чем мы поговорили. Но итог мы подведем такой, что все это ведическое знание, оно довольно-таки научно, раз. Второе — это то, что оно довольно-таки практично. Все, о чем говорится, например, в Бхагавадгите, это все практичные вещи, которые нужно изучать исключительно с таким настроением, как я могу это к себе или к своей жизни применить. И тогда нам через это все, через такое практическое применение, через настроение практического применения открывается очень много интересных вещей. Ну как то, что там в книжке, как это в нашей жизни. Вот примерно так. Так скажу. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Давайте. Скажи, пожалуйста, а чему людина не чує параметра? Почему человек не чувствует параметра? Ну, смотря какой человек. Есть люди, которые чувствуют. Например, она проявляется в нашей жизни как совесть.
как совесть. Вот он. Что такое совесть? Это явление.